В комментариях меня просили рассказать, как подключается генератор. Значит, смотрите, минус генератора — это получается корпус, то есть любая железная точка корпуса техники является минусом. Вот этот провод — это плюсовой провод генератора, который идет напрямую к аккумулятору. Это снимается с генератора ток и идет сюда зарядка. Вот этот вот проводок, фишка, которая через вот здесь стоит шоколадка, регулятор напряжения, и здесь стоят щетки под этой шоколадкой. Вот сюда подается плюс с аккумулятора, но он не с аккумулятора, а с замка зажигания вообще должен подаваться. Это провод на возбуждение генератора. Вот с таким мотором, который с электростартером, если электростартером не пользоваться, то можно подключить данный генератор без аккумулятора, и он будет работать. Возбуждение взять с собственной катушки освещения данного двигателя. То есть вот эти вот два провода, которые выходят из-под маховика, к ним приделывается диодный мост, чтобы сделать напряжение постоянным 12 вольт. И на через либо через тумблер, либо через кнопку с возвратом подавать возбуждение на генератор. То есть вы двигатель запустили, он заработал, кнопочку нажали, генератор запустился, кнопку отпустили, все, катушка вот эта данная будет отключена, а генератор уже подаст напряжение на бортовую сеть. Либо можно запустить при помощи вот этого проводка через обычную крону 9-вольтовую, как я раньше делал, когда нет аккумулятора. Берете обычную 9-вольтовую крону, даете возбуждение рабочему генератору, он запускается, фишка одетая постоянно, и дальше он уже будет как бы сам себя запитывать. Единственное, вот этот провод, он идет, когда у меня было без аккумулятора, он соединялся с плюсовой клеммой аккумулятора, потому что он, получается, после запуска сам себя будет возбуждать. Без возбуждения он не работает. Это не тракторный генератор, который самовозбуждающийся. В принципе, все, что хотел, я вам рассказал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.